Всем привет, меня зовут Станислав Искевич, сегодня мой день рождения, мне 28 лет исполняется, очень много друзей пришло, я очень рад, всем спасибо. Плюс еще второе событие одновременно отмечаем, это открытие Дома предпринимателей, вот сейчас чуть-чуть расскажет об этом доме и о себе Игорь. Всем привет, меня зовут Игорь Цветков, мне так совпало, да, тоже 28 лет на сегодняшний день, но дня рождения нету. Ничего, будет чуть попозже. Вот. Я на сегодняшний день действующий бизнесмен. За спиной последние 3 года 5 проектов. 3 месяца назад я пришел к Стасу на обучение. И, ну, в принципе, до сегодняшнего дня, да, тендычу, что мне интересно, я люблю запускать новый проект, развивать их, воплощать какую-то новую историю, рожать, да, и так далее. Спустя 1-1.5 месяца где-то, я думаю, да, примерно, вот, соответственно, в жизни уже тут Стас, получается, произошел интересный момент, интересная история, после чего, соответственно, мы решили воплотить в жизнь вот такой проект, про который чуть попозже расскажем, что за история это была. Да, была такая история забавная. Приехал товарищ из Новосибирска, ему 41 год, он приехал такой грустный в антикафе ко мне, говорит: «Стас, вот что-то мне грустно». Говорю: «Что тебе грустно? Леша его зовут». Говорит: «Ты знаешь, не пустили меня жить в Дом предпринимателей, там, который находится по другому адресу». Я говорю: «Почему?» «Потому что мне 41». Говорю: «Замечательный аргумент». И сразу возникла мысль, то есть если людей не пускают жить, когда они хорошие, когда они позитивные, когда они ответственные, когда они настоящие предприниматели, вот, когда они могут поделиться опытом, то почему нельзя занять ту нишу и заниматься такими домами, где не будет шаблонов и не будет каких-то мифов о том, что люди за 35, они не активные. Активные и добиваются очень больших результатов. И в этот же день я позвонил Игорю, говорю: «Давай откроем вместе Дом для предпринимателей, где не будет таких шаблонов, где будут все в одной тусовке развиваться, качаться, больше зарабатывать денег, какие-то делать совместные проекты, возможно, там какую-то группу компаний вместе сделаю». И вот теперь мы стоим на фоне дома. Сейчас, я думаю, камеру потом мы повернем, покажем. Вот. Запускаем 11 числа, так что всех ждем. Да, то есть сегодня у нас двойной праздник. Первый, как уже сказали, да, это день рождения Стаса, и второе — открытие нашего проекта. Соответственно, после того, как появилась идея, да, на мой взгляд, тоже она мне сразу понравилась, она меня сразу заразила. То есть очень крутая, добрая, интересная идея. Ну, собрать побольше, да, людей, которые хотят добиться чего-то в жизни или уже добились, да, чего-то в жизни в плане бизнеса. Вот, собрать как можно больше предпринимателей без шаблонов возрастных, еще каких-то, потому что, ну, как мы уже знаем, возраст — это что-то в душе, это не то, что мне 41 год, все, там, я старик, да, но это глупости какие-то. Вот, соответственно, 2 недели прошло, все, вот он наш проект, да, 11-го, ну, сегодня презентуем 11-го запуск, сами будем постоянно здесь тусоваться, то есть помогать ребятам, учить чего-то, рассказывать, да, там, делиться своим жизненным опытом, будем подпитываться у ребят, ребята, которые здесь будут тоже проживать, помогать нам это все. Вот. Ну, в общем, вот такая вот интересная история. Именно так. Всех приглашаем, всех ждем. Да, сейчас еще немножечко дополню. Вот. Более того, мы не собираемся на этом останавливаться. Дом — это вот такой следующий шаг. То есть есть антикафе, которым я являюсь управляющим партнером, совладельцем. Сейчас мы открыли дом. В конце месяца, в начале октября мы открываем хостел для предпринимателей, чтобы люди, у которых нет возможности сейчас заселиться в дом, да, что для них это был следующий шаг. Сначала они заселяются в хостел, потом в дом. Будет большое количество мероприятий для предпринимателей. Будет основа и про финансы, потому что я сам финансовый брокер, я занимаюсь аудитом покупки и продажи готового бизнеса. Чтобы люди знали основы финансовой грамотности, знали, как правильно распоряжаться деньгами, знали, как правильно выстраивать бизнес-модель, на которой можно зарабатывать больше 300 тысяч рублей в месяц. И вот именно здесь мы собираемся этому учить, фактически за бесплатно, вот, и люди могут общаться, знакомиться и вместе строить свои бизнесы. Всем спасибо, всех ждем здесь, вот, всем до свидания.